О, нет! Всем бобра, дорогие друзья, с вами Винди. Ой, как я уже соскучился по подкасту. Сегодня видео попозже, я хотел утром выложить, но не успел. Вот, поэтому... Бонни, кстати, а где Бонни вообще? Бонни, паскуда, я никого здесь... Я всех видел, я ожидал здесь Бонни увидеть в этой части. А он пока нигде не виден. Вот, в общем, дела были, поэтому не успевал раньше. Мы здесь увидели с тобой Гришу. Вот он, Григорий. Hey. А это моя маска. В комментах ребята отметили одну важную, очень крутую штуку. Потому что наша девчонка говорит о том, что смотри-ка, это же Григорий. Типа, пойду-ка я побегу спасать Григория. А в комментах разумисты отметили, там старый Fazbear этот, Entertainment, там старый Security Breach. Вот эти все неразрушенные здания, видишь? То есть это Григорий и его записи из прошлого. Это не настоящее, он сейчас нигде не бегает. Так, давай, ломаем. Значит, в первую очередь нам нужно солнышко. Сюда. Потом нам нужна луна, потом нам нужен робот. Нам нужна луна. Это робот. Где луна? Это луна? Это луна, хорошо. И теперь назад. Главное, чтобы ко мне сейчас не пришла этот глич-трап. Стоп, я там видел. Вот, а я о чем тебе говорю. Быстрее! Маску снять. Ой, хорошо. Так, а что вообще открылось? Тихо. Где она? Так, она сдрыснула, отлично. А что вообще открылось у тебя? Круто. Так, я надеюсь... Угу, я вижу тебя! Что это такое? Что? Что? Ёб твою мать! Так, ладно, я пошел. Ты видишь этого? Охренеть. Так, нам куда? Нам сюда. Нет? Эндоскелет? Ой-ой-ой. Беда! Беда! Так, снимать маску. Фу, хорошо как. Слушай, родненький, хорошо. Кто эту музыку издает? Не надо мне тут ваших музык. Стоп. Да, мы с тобой не так давно здесь были. Так, а что я открыл вообще? Я что-то открыл, но я не очень понимаю, что. Так, вот он, выход закрыт. Я не очень понимаю. Мы сейчас при помощи этой хрени... А, стоп! Нам не на тебя случайно подняться надо? Потому что он появился, когда я все это взломал. Может быть, мне надо забраться к нему в рот? Да ну нахер! Что такое? Что такое? Она вдруг расчехлила свой прибор. Быстрее! Лезь в рот! Все в твоей голове, сними маску и посмотри. Ага, я в мусорке, там, где мне место, я понял. Так, хорошо. Слушай, я... Это, что я тебе хотел сказать? Вот этот эндоскелет, который внезапно появился у меня перед лицом, меня конкретно так испугал. Стоп, это мусор. Мусор — это еда. Еда — это чика. То есть мы сейчас... Воздуховод трещит по швам. Надеюсь, что он не... Ты умерла, все. От такого не выживают. Фонарик. Мы к Монти опять? Да только не надо. Я не могу маску одеть. Ничего не выйдет. Сеть в ванне в данный момент недоступна. Что-то блокирует сигнал. Это редко случается. Почему фонарик ты спрятала, дурында? Вот он, Монти. Один мужик. Монти один мужик, единственный. Бонни. Монти. Стоит вместе с Глэм-рок Бонни. А ты хера работу пропускаешь? Ты где, ушастая дрянь? Фёдор, а где Фёдор-то? Глэм-рок Бонни передает гитару Монти. А, его прихорашивают. Рокси ему прическу новую делает. И, наверное, по пути рассказывает, какая она классная. Слушай, мне не по себе. Я все ожидаю, что мы сейчас обвалимся и все помрем. Что это такое? Что это за круассан здоровенный?
Так, хорошо. Это кто? А, это Федор без головы. Хе. Голову дома потерял. Почему мне не дают фонарик? Вот это меня смущает, еще родной. Я тебе говорю, сейчас что-то будет. Просто так это ничего не происходит. Сейчас мы с тобой упадем. Или на меня что-то... No track. Трек закончился. Я должен выбраться отсюда. Прыгай! Он не знает, так прыгай! Ну вот. Вся в Гришу. Только приехала, все разносить начала. Здание так по швам трещит. Еще ты своей задницей тут все ломаешь. О, это мы здесь, Монти, дрались. А я могу умереть? С ума сойти. Она так боится воды, что она просто мгновенно. Пум, дотронулась воды, все, смерть. Мгновенная. У тебя нет ни единого шанса. Видимо, она сахарная. Ладно, круто. Стоп, это только не говори сейчас, хотя нет, вообще-то скажи. Вот я бы хотел увидеть, как сейчас Монти выглядит. Я бы сейчас хотел посмотреть на то, как это... Кашалотка пытается с нами что-нибудь сделать. Он такой жалкий. Грегори? О, Кейси, ты где? Гриша, я на помостках. Можно отсюда добраться до гоночного трека? Секунду. На чертежах указано, что можно направить кабинки в ремонтное помещение. Отключи узел безопасности. А затем используй контроллер трека. Григорий, ты меня слышишь? Конечно, нет. Узел безопасности и контроллер. Еще бы знать, что это такое. Ничего, найдем. Так, давай-ка мы сюда зайдем сразу. Добрый ёп. Так, ясно. Много проводов, пойдем сразу сюда. Пол такой скользкий. А здесь кто-то должен расшифровать или что? Знаменитые последние слова. Я просто не понял, куда провод-то этот идет. Алло, Григорий! Что ты здесь с Монти делал? Почему здесь все такое скользкое? Чем вы здесь занимались? Ипатика Вавратий. Похоже, это цель соединена. Я ударил его. Я жестко. Прости, пожалуйста, был неправ. Как же я был неправ в этой жизни, это просто с ума сойти. Так. А куда ведет-то провод? Вот он. Да, бляха, почему провод постоянно уходит куда-то? Ёп. Спокойно. Я не хочу упасть. Гличтрап, ты так появляться будешь? Я ж тебе в ухо дам. С ноги, понял меня? Пузо тебе пробью. Плевком своим, мудила. Что это вообще такое? Прям у меня перед лицом вот так, перед чачем вам прям вылезает. Получай. Сам ты гондола, чё обзываешь? Прости. Я, он все подстроил. Так, я теперь решил... Подарок? Чё это за подарок там лежит? А, подарок здесь? Пиньята солнца. Так, в прошлый раз я туда пошел, давай попробуем. Это что за здоровенная рожа здесь? Я слышал Монти. Вдалеке где-то слышал? Он там ба-ба-ба делал. Так, давай аккуратненько пойдем еще раз. Пол скользкий, но аккуратно. Если держаться ножками нормально, то все хорошо. Спокойненько. Просто легонечко. Главное под ноги смотреть. Это вот очень важно. Мы с тобой это выяснили. Так, нам сюда откуда-то надо выстрелить. Перепрыгнуть смогу? Можем попробовать? Но, честно говоря, я не очень хочу проверять. А рукой ты не можешь его ударить? Монти снизу. Так, сюда мне, наверное, надо. Я думаю, мне надо сюда. Аккуратно, 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 аккуратно. Зачем я еще в маске? Я не знаю. Мне почему-то кажется просто, что в маске будто бы видно лучше. А почему? Почему не работает? Так, я по... Серьезно? Тут есть путь, которого не было раньше? Так, здесь я должен, наверное, что-то включить. Не понял. Оно работает только в этом режиме.
Вот так вот. Хорош. Давай-ка мы сюда попробуем пройти. И сюда подойдем. Что это такое? Ага! Бигу с факем брейн. Какой же я умный! Пошла в очко! Дрянь. Баребуха. Так, спокойно. Теперь мне надо сейчас быстренько это... сейчас восстановиться. Сейчас она от меня уйдет. Ушла? Ушла. Здесь у нас с тобой еще есть тропинка. И я очень надеюсь, что она подо мной не пропадет. Добрый вечер. Какой я мозг вообще. Так, а что? Не понял. А почему у меня появилась сейчас какая-то возможность что-то активировать или что? Ты видел, он вдруг достал свой причиндал опять, она? Система тебя не выпустит. Пока не открыт. Я пытаюсь снять! Пошла вон. Так, все, я пойду без этого. Ну его нафиг. Там неприятные какие-то сущности появляются, на меня зыркают злобно. Мне это не нравится. Тихо. Так. Вот эту тропинку мы с тобой сейчас опустили. Давай-ка я сразу попробую через маску посмотреть. Я вижу следующего Монти, в которого надо пулять. Пока я в маске похожу. Сохранил я. Смотри, внизу вон он. Может быть, это правда показывает прошлое нам? Так, что у нас в реальности? Есть что-нибудь интересное? В реальности ничего... Ну, конечно. Как, сука, это работает? Каждый, мать его, раз. Я одеваю неправильно наушники. Как это, бляха, работает? Ни разу я не одевал правильно. Так Монти, походу, сюда прибежал. Он радостно так... Меня сейчас вырвет. Как ты здесь оказалась? На своих двоих, глупышка. Если ты устала, почему бы не сделать перерыв? Телепорты? Сними маску! Получишь коляску. Так, спокойно. А провод? Откуда возможность телепортироваться? У Монти отвисает. Так, спокойно, давай-ка я отойду отсюда. Я знаю, что мне надо не в этом направлении. Тут где-то Монти ходит? Нет. Так, давай масочку одеть. Потому что я видел там провод. Так, а подожди, этот провод ведет сюда или отсюда? Ага, сюда, я понял. Так, давай-ка мы наверх сводим. Наверх мне пока что рано, я думаю. Давай пойдем сюда. Сейчас мы с тобой деактивируем какую-то ту штуку, которая здесь лежит. Дети, хватит орать! Что вы постоянно орете? Что это за пушка? Так, спокойненько. Здорово! Маленькая игрушка Монтика. Да я тебя сейчас просто уничтожу! Ты понимаешь вообще, с кем ты связываешься, а? Ты понимаешь, с кем ты связываешься? Лучше FNAF 31, я тебя одной левой! Убегу и испугаюсь. Не могу. Что это такое? Блин, так круто. Реально придумано классно вот с этой штукой все же. Я сначала, мне она не очень нравится. Это не планета случайно? Мне она сначала не очень нравилась, но сейчас прям доставляет. Кейси, тебе нужно скорее вернуться к кабинке. В ремонтное помещение. Хватит меня пушить. Я сама определяю себе темп. Я, между прочим, самостоятельная девушка. Угу. Понял меня. Да пошел ты! Опрессор вонючий. Так, спокойно, нам надо сюда. Нам надо сюда сейчас за пушку схватиться и пострелять Монти по лицу. Моя любимая. Так, ушел. Все, ушел, шныга. Достаем. И раз. И два. И два. И два. И три. И три. И там внизу сейчас вот эта вот штучка летает сейчас. И 4. Каев. Провод у нас опять куда-то улетает. Тартарары, спокойно. Так, пора снимать. Спокойненько. Все хорошо, родной. Изучаем с тобой новые помещения Монти. Реально, оно все гораздо страшнее и сложнее сейчас. Так, мост. Жесть.
Так, а где провод мой? Я боюсь, что я могу забыть здесь какую-нибудь штуковину. Слышишь? Реально, в этой маске мы слышим с тобой прошлое. То есть, судя по всему, мы слышим с тобой не просто другой мир виртуальной реальности, а именно самое, что ни на есть прошлое, которое позволяет нам заглянуть за ширму. Все нормально. Пойду сюда. Тихо. Давай-ка мы здесь с тобой посмотрим, что тут у нас есть. Так, это у нас назад идти. Вот он, один из проводов. Табуретка? Табуретка-то чем ей не нравится? Ну, я так и знал, кстати говоря. Вон, видишь, как раз Монти — это прошлое. Я могу, кстати, на эту штуку сейчас спрыгнуть и попытаться там какой-нибудь секрет очку найти. Попробуем? А давай попробуем. Джеронимо! Ну, он пытался. Все нормально, тубочку мы обезвредили. Да, 3 из 4 обезврежено. Все хорошо, погнали назад. Так. Так круто. На все можно заглядывать с разных ракурсов. Реально, они в этой DLC очень сильно улучшили игру. То есть, не скажу, что она намного именно лучше, но они дали всей игре в Security Breach прям второй... Ай, нет, опять. Где я? Второй... слой. То есть, если... Беги! What happened to it? Я принял необходимые меры. Теперь здесь безопасно. С моей помощью. Жуткий кролик тебя больше не тронет. Грегори взламывает малыша? Гриша? Так Григорий у нас суперпрограммист получается. Это все не теория, это факт. Ебать. Ладно, хорошо. Меня сейчас немножко трухнуло. Я в андронном коллайдере каком-то. А здесь я уже могу снять маску. Ага. Странно предметы выбираются. Все, мы все разблокировали. Все отлично. Давай мы улучшимся. Отлично. Не знаю, нафига мне эта штуковина, но глэм-чика. Е-бой. Да дети по... Это ты? Такое чувство, будто из него детский крик. Мне всегда жалко, когда уходит еще один робот. Так. Это комната... Нет, подожди, это не та комната. Это по-любому комната Ванессы. Стой. А здесь ничего не работает. В реальности здесь ничего нет. Ага, тут у нас взломы, подожди. Может быть, если мы сейчас вот это взломаем, будет что-то? Я сначала подумал, что это просто комната из концовки этого автовца, в которой мы с тобой попадали в комнату Ванессы. Теперь вот это. И вот это. Все. Ну и все опускается, и все нормально должно быть. Вот это можно немножко подержать. Все. Самый большой мозг на Диком Западе. Снова победа. Блин, я надеялся, что здесь будет какая-нибудь пасхалочка. Монти, ну-ка давай с того света на меня не жужжи, достал меня. Помер, так помри нормально. Ну давай поматерись мне там еще на своем крокодилье. Так, это у нас что? Ничего нигде нет, все в порядке. По камерам все хорошо. Мне кажется, ли эти его приближаются ко мне? Ай-яй-яй, не падай. Умничка. Чья это голова? Голова Монти. А что ты здесь лежишь? А, я понял, что ты здесь лежишь. Сюда мне надо.
Главное, чтобы меня сейчас эта шныга не испугала. Так, звездочка. Звездочка сюда. А, теперь вот это сюда. Вот это вот сюда. Самый был большой мозг на Диком Западе. Бигус fucking Брэдус 31. Зачем? Нахуа мне это? И как я, по-твоему, туда заберусь? А, так? Да, реально так, походу. Я могу на тебя залезть? Так, постой, я не очень понял. А, я по треку должен приехать сюда, что ли? Ну, я вижу вот эту вот штуку, по которой, по идее, можно было бы попробовать подняться. Но мне кажется, она мне не поможет. Вот у нас провод, он идет туда. Залезть я сюда не могу. Похоже, цель соединена с подвесными... Ты дурная, мы это с тобой уже сделали. Ясно, девочка с амнезией. Амнезия в ноль лет. Так, давай думать. Как мы с тобой можем поехать туда? Я так понимаю, мне нужно идти вот по этим... Да, они обломаны, куда я на них поеду? Ай-яй-яй, не падай. Так, подожди, по камерам. Стой, а вот на этой штуке, на кране, я никак не могу поехать. Такое чувство, будто выезд оттуда должен быть, но его там нет. Может, вот эта штука как раз что-то активирует здесь? Потому что вот эта хрень похожа реально на каталку. Да, и она даже здесь стоит. А, и вон... А, реально? Большой мозг. Большой. И сейчас Монти выскочит ко мне, да? Как круто. Что это за глаза? А, это Монти. Блин, как все быстро умудрилось так развалиться здесь? ГГ. ГГ не. Так. У нас с тобой новая зона. Кейси, тебе нужно скорее вернуться к машинной ремонтное помещение. У тебя отлично получается. Откуда ты знаешь вообще, где я? Как ты все это знаешь? Я все объясню, когда доберешься сюда. Тварь снова здесь. Мне нужно спрятаться. Быстрее, Кейси, спаси меня, пожалуйста. Кстати, серьезно, хороший вопрос. Откуда он знает, где я? Откуда он знает, когда я добираюсь до туда, докуда мне нужно? И зачем этот аллигатор пытается... подбородком задавить шину. Вопросов слишком много, ответов слишком мало. Но на самом деле, я думаю, что Гриша знает, где я, при помощи моей рации. Но он же ее взламывает легко. Соответственно, он легко и знает, где, что, куда и как, и зачем, и почему. Ну, то есть, это, в принципе, неудивительно, если честно. В каком направлении мне не надо? Блин, тут две двери. Так, ладно, давай сюда зайдем. Ага! Во всем виноват ты! Маленький миленький робот. Пакетж, неизвестно. Локация пиццаплекс. Скибиди туалет. Фазбер. А зачем мне здесь быть? Наверное, это я могу всех отключить для какой-то пасхалки. Типа, я могу для... Возможно... Знаешь, что я думаю? Чисто так, предположение. Возможно, в конце игры мы с тобою, когда с гличтрапом разберемся, он свой мозг загрузит хоть во что-нибудь. И он свой мозг загрузит во всех таких роботов. И будет другая концовка, если мы с тобой отключим всех роботов. Тогда ему некуда будет загрузиться, и, соответственно, мы его полностью победим. Как думаешь, логично? Ну, уже бесполезно, на самом деле, все это отключать, потому что мне было жалко этих роб... Ботов. Запекаем пиццу? Типа загрузка так сделана? Я первый раз вижу эту анимацию. Прикольно. А, и дверь закрыта. Прикольная загрузка. Блять.
Вот, так что я думаю, что это хорошая, ну, теория. Не знаю, насколько это логично, но учитывая, что GlitchTrap — это программа, программный код, и он пытается загрузиться лишь бы хоть во что-нибудь, то он вполне может загрузиться как раз в... ну, в дронов, в роботов. И таким образом спасти себя. Мы на кухне. Твою мать, это кухня. Твою мать! Люби, пожалуйста. Мама, это важно. Помни о маме всегда. И заботься о ней. И говорит, я всего лишь пытаюсь тебе помочь. Хватит сопротивляться. Глэм Бонни, вот именно. Вот этот ленивец херов. Где-то пропал, нету его. Так, давай вот это активируем. Поехали. Зарядите все проводники до необходимого уровня. Зачем вы мне... зачем вы мне даете советы, когда я уже, ну, это раз тысячу делал? И вот так. Я тебе говорю, самый большой мозг на Диком Западе. А, огромная вейп-парилка. Клёво. Так, и что это мне дало? Мне очень не по себе сейчас. Но я тебе говорю, это прям, ну, не просто так. Не просто так вы здесь все стоите. Не просто так я могу их отключать. Это очень выглядит как намек на концовку. Хелпи мне помогает. Блин, вот это крипово выглядит. А где Федор? Я очень хочу Федора увидеть. А может быть, и не хочу на самом деле. Мы с Федором были такими хорошими друзьями, что, честно говоря, мне его будет жалко видеть, в каком он сейчас состоянии. Я думаю, в каком бы он состоянии ни был, вряд ли это состояние хорошее. Ну ладно. Так. Значит, в первую очередь вот это, потому что она самая маленькая. Надо, короче, вот так вот. В принципе, все достаточно просто здесь. Вначале делаешь самые маленькие, потом самые большие, и потом чувствуешь себя прекрасно, ты вообще прекрасен. Вот так вот. Сейчас, возможно, мне надо будет немножко подтянуть нижнюю. Вот так вот. Вот. Самый большой мозг на Диком Западе. Так, что тут у нас? Зачем я включаю кухню? Я не понимаю. Нет. Я хотел сказать, может быть, я на этих поездах куда-то поеду. Но эти поезда по-любому только в печь. Тут же пиццу готовят. Как это вообще работает? А, реально, я в печь. А, нет. А, да, реально. Родной, мы с тобой в печь пойдем. Зачем? За что? Ладно, окей. Не будем задавать лишних вопросов. Там, где они не нужны. В конце концов, и так все понятно. Ты умная девочка, разберешься во всем сама. Вот так вот. Все, давай, Кейси, полезай в печь. Что такое? Коробник. Чика? Ты че? Нашла, где лежать, дура. Ну, чувак, где отдыхать? Ну, все, поехали. Не знаю, на что я сейчас надеюсь. Реально, это никуда, кроме печи, не может нас привести. А, ну, в мусорку. А, это мусоропривод, мусоровывод, мусоровыкид. Здорово, кекс. Хозяйки твои, я надеюсь, здесь нет. Мне кажется, они недостаточно сильно используют возможность пугать тебя, когда ты одеваешь маску. Потому что, ну, ты когда... одеваешь маску. Меня выбросило из ванной сети. Ты сказал, что избавился от жуткого кролика. Что случилось? Похоже, что сущность обошла мою глушилку сигнала и активировала свою собственную. А, у нас борьба глушилок. Это устройство внизу называется AR-ингибитором. Ты не сможешь использовать сеть в ванне до тех пор, пока он не будет отключен. Теперь и я могу блокировать ей выход, и она может блокировать выходы мне. Блин, вот это у нас, конечно, сейчас пойдут битвы. Я прям Тони Старк в юбке. Так, вот это дотянуть. И вот это дотянуть. Немного я пропустил там один момент. Блин.
Не очень удобно. Я немножечко ступил. Но все хорошо. Самый большой монстр на Диком Западе снова справился. Так, ну пойдем вниз. Ой, у меня плохое предчувствие. Ой, у меня Хватит там лежать! Ты не на море. На. О, нет. Да ладно. Стоп, а разве не здесь у нас был босс-файт с Чикой в прошлый раз? Когда она была поломанной? О, нет. Я не очень понимаю, ей хорошо или плохо? Ладно. Развлекайся там, как знаешь. А, вот оно как. И что? И что? А. What is that stuff? Your battery acid? Что это за вещество? There's no way I'm getting near that. К этой штуке я приближаться не буду. Она сбежала от меня. Она от меня просто сбежала. Я пытался ее догнать, и мне игра не дала. Чика, давай обнимемся. Чика, стой. Стой, Чика, стой. Скримеры стали лучше, я тебе скажу. Давай пока мы на этом с тобой закончим, на этом интересном моменте. С Чикой мы с тобой справимся уже в следующей серии. Слушай, круто. Очень круто. Они используют те же самые локации, но в новом виде, новом стиле. Это мне очень нравится. Ладно, я надеюсь, тебе понравилось. Подписывайся на канал, оставляй себе комментарий. Пока что на этом все. Пока. До скорого. Удачи.